Леонид Сергеев был гостем первого Омского фестиваля авторской песни и поэзии «Камертон» в 2014 году. Тогда, в 2014, была заложена традиция встречать гостя фестиваля исполнением его песни. Леонид Сергеев как раз тот автор, который живо откликнулся на задумку и с удовольствием исполнил свою песню вместе с ансамблем. Песня «Сторона моя, сторонушка» звучит в исполнении ансамбля «Камертон». Через много-много лет, там, где темно.